Всем привет! Опять вот я решил показать вам новые экспозиции Киасмы. Это музей современного искусства в городе Хельсинки. На этот раз я просто приехал и решил зайти. Вот, хочу напомнить, что стоит это от 12 до 14 евро. Забавно, интересно. Может быть, и не совсем интересно. Но, во всяком случае, вот этот раз мне показалась выставка не такая интересная, как было прошлое, когда я приезжал. Это было месяцев 6 назад, наверное. А вот эта выставка, которая еще до сих пор, насколько мне известно, идет, она посвящена цифровым технологиям. Но экспозиция, конечно, меняется практически там раз в месяц, какая-то новая небольшая выставка. Но вот основное направление — это цифровые технологии. Вот, видите, раздолбанные плазменные панели. Очень сложно иногда, когда смотришь, придумать, что бы такое сказал автор. Вот какие-то провода, целый зал проводов, которые разрезаны. Наверное, просто надо знать язык, знать концепцию этого человека, который рассказывал, хотя так сложно. Но красивенько, как говорится, интересненько. Какие-то объекты непонятные. Вот. Все же это сделал человек, догадался. И для того, чтобы иметь хотя бы общее представление современном искусстве, потому что это считается современное искусство. Можно его считать или нет, мне сложно об этом говорить. Здесь вот просто вот в очередном зале показывают возможности 3D. Вращает женщина, которая сидит на кресле в разных проекциях экспозиции. Вот вообще непонятная эта конструкция, как это связано с цифровыми технологиями, мне сложно понять. Вот в очередном зале идет лекция. К сожалению, я не прислушался, я особо языка так не знаю, чтобы понять. Меня привлекает, что такое интересное. Ну, вот, допустим, очень интересно, да? Смотри. Этот зал посвящен... Вот я посмотрел в описании, тоже цифровым технологиями, но здесь просто манекены в разных позах, которые лежат, стоят, какие-то переломленные. Надо просто самим смотреть. Вот видите, вот такие вот. Короче, вот такая вот хрень, я бы сказал. В другом зале, где можно посидеть, показывают группу молодых людей, который просто дурачится. Здесь, в этом зале, очень мне понравились красивые такие банки, внутри которых какие-то некие такие объекты, похожие на деревья, сделанные из меди, как мне показалось. Очень красивенько. Если смотреть еще на фоне Хельсинки, вот видите, там прямо за окном Хельсинки, то вот в этой банке какая-то штука, какие-то штуки интересные. Вот. Действительно красиво. Я бы так не сделал. Молодец автор, что вот придумал. Вот в этой банке даже есть два таких маленьких мониторчика, в которых идет какой-то фильм. Вот это очень тоже интересно. Надо же догадаться сделать такую штуку. Названий, к сожалению, нету. Как хочешь, так и думай. Вот стоит избушка. Около этой избушки три панели, на которых люди пишут друг другу смс-ки. Это некая стена с какими-то рисунками, в которые вклеены небольшие экранчики, по которым, значит, что-то демонстрируется. Но на меня, честно говоря, особо не произвело впечатление, какая-то такая, не очень. Вот, идем дальше. Дальше. Но здесь какой-то цифровой. Вот стоит какой-то мужчина,
в голом виде, как говорится. Вот интересная картинка. Ну, это просто рисунки, цифровые фотографии. Вот, заходим в следующий зал. Здесь какие-то механизмы, которые постоянно крутятся, что-то стучат, как часы, знаете, тук-тук-тук, вот что-то такое делают. Тоже кто-то придумал вот такие штуки, а все это еще подсвечивается, и поэтому на стенах проецируются вот эти тени. Действительно красиво и интересно, это мне понравилось. Тут что-то такое есть, действительно. Инструменты какие-то, отверточки, там еще что-то такое непонятное. Это я не знаю, что такое, но это тоже проецировалось. Ну вот, следующий зал. Просто портреты. Я бы назвал вот так. Ну, они красивые. Мне понравилось. Здесь я побродил, но они еще такие флуоресцентные, такие краски, которые светятся, и получается очень интересно в темноте. Вот такой полуприглушенный такой свет. Производит впечатление тоже. Мне понравился портрет, красивый. Иду куда-то дальше, вот переходы в этой выставке, в этом музее. Вот вид из музея на Хельсинки. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Это была первая часть, будет еще и вторая. До свидания.